Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Показываю распаковочку. Точнее, я уже распаковала. Заказывала на Wildberries грунт для орхидей. Кора и мох сразу. Отлично упакованное все пришло. 2 литра. 152 рубля. Так, вот производитель из города Орлова. Так, грунт, кора, давай 5, и мох, 75% коры, 25 мха. Ну, я так рада, я раскрыла пакетик, там живой мох. Да, они писали, они обещали, что живой мох. Но, честно говоря, думаю, сейчас зимой, конец февраля, и пожалуйста. Действительно, действительно живой мох. У нас в магазинах живой мох вообще не купишь. Так что я просто счастлива, что я смогу свои орхидейки сажать в такую кору. И вот с таким живым мхом. Он такой влажный, приятный и действительно живой. Здорово. И чистый, чистый такой мох и кора, без мусора. Так что для моих орхидеек то, что надо. А мне надо пересаживать некоторые орхидеи. Поэтому я и заказала. Но такую кору вместе с мхом я заказывала первый раз. Смотрела там другие виды коры. Ну, как бы есть неплохая еще кора. А вот мох, такие отзывы плохие в основном. Я там побоялась. А здесь оказалась прекрасная и кора, и мох. Некоторые орхидейки давно пора пересаживать. Например, такая вот большая. Это белая, такими фиолетовыми пятнами, которая с деткой у меня. И она у меня в маленьком горшочке. Она у меня еще не пересаженная. Некоторые уже у меня пересажены в большие горшочки. Ну, как бы тоже уже пересажены вот в 2018 году. Горшочек там забит корнями. Ну или вот тоже красавица начинает уже вылезать. Про вот эту я вообще молчу. Но ее пока трогать как бы страшновато, хотя и надо. Она потеряла несколько листьев этим летом, даже осенью, где-то в сентябре-октябре. Ну и вот такой вид. Ну, короче, есть что пересаживать, а пересаживать было как-то не во что. Можно уже заняться. Пересадочками. Сейчас у нас очень яркое солнце и очень сильно греют батареи. Я все цветущие после опрыскивания, я их опрыскивала Оберона Марапит от клещей, я их поставила на стеллажик. Может быть, так подольше процветут. Вот это вот отсушила один цветочек.
Может быть, от того, что жидкость, конечно, попала на цветы. А может быть, от такой жары. Здесь у меня теперь стоят вот эти вот орхидейки, которые не цветут. Пока. Снега у нас никакого нет. Так, против солнца снимать невозможно. Очень яркая. Зацвела вот эта красная пеларгония и калерия. Ну так, не особо-то видно. Потом как-нибудь покажу. Потому что солнце очень яркое. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.